Какое же доброе утро! Светит солнце и все тает. Ай, господи! Мелочь спит. А я сегодня иду на конюшню, потому что мы вчера с Аней договорились сегодня поухаживать за учебными лошадьми, потому что они вообще в ужасном состоянии. Мы будем их стричь, мокрицы убирать, все там чистить, мыть, драить. В общем, по стандарту. Я щурюсь, потому что мне прямо в глаз светит солнышко. Просто настроение купить шарф к концу зимы. Где был снег? Я в шарфе. Чуть, блин, остановку не проехала опять. Не уверена, что это вы сейчас слышите. Меня сейчас унесет просто. Гололёд повсюду. Падаю я прямо на ходу. Вот такие вот у нас тут домики за Волгой. Дорогу вот чистят. Кстати, только зимой она ровная, потому что её с ним сравнивает. А так она отвратительная. К работе готов. Начнём. У нас с Аней такая зарплата, что мы можем себе купить только казинак по акции и ролтон. Да, Аня? А, ну еще на проезд хватит в общественном транспорте. Смотрите, что тут у нас есть. Зачем сейчас так? Все увидят. Никто не увидит, никто не смотрит мои видео. Не одинаково. Нет. А, блин. Красота. Тупо рабочие моменты. Мы всех подстригли. Все нормальные. Мы домой.